память о защитниках, в память о героях. В Академии гражданской защиты МЧС России обсудили установку в Химках мемориала участникам специальной военной операции. Получили такой сердечный отклик, поддержку со всех слушателей, курсантов и офицеров Академии. Я думаю, инициатива по установке памятника будет поддержана единогласно. На сегодняшний день уже согласован макет мемориала и место его размещения на Аллее Победы. По словам председателя Совета депутатов Сергея Малиновского, этот памятник станет символом самоотверженности, мужества, отваги бойцов СВО. Инициатива сама по себе дает возможность нашим будущим поколениям иметь такое место, куда они могли бы прийти для того, чтобы вспомнить о тех событиях, которые в настоящее время являются уже частью нашей истории. Окончательное решение по установке мемориала примут позже. В Химках проведут еще не одну встречу, чтобы как можно больше людей поучаствовало в этом важном для города событии. Андрей Липанов, Вильфрид Дымковский. Новости Химки ТВ.